38 человек у тяжкой жизненной ситуации отримали допомогу у Гомельском кризисном центре за 2019 год. Четверым обновили паспорт, 12 працаулаткавали. Троим оказали содействие у отримания группы инвалидности. Такая информация огучена на посяжении президиума областной организации Белорусского товариства Червоного Крыжа. Зараз эта структура включает 25 районных организаций и амаль 1300 первишек, которые объединяют больше 200 тысяч человек. У регионе работают адукационные центры для детей, которые находятся в социально небезопасном становище. Служба допомога доглядая людей сталого возраста на дому. Няни, мамы подтримливают детей-сирот у больницах. У рамках проекта «Развитие потенциалу для працаулаткавання» открыты 6 информационных центров. Набирая обороты и проект по здоровым и активным старению. По направку социальной и медицинской допомоги беженцам и особам, которые шукают притулку у Беларуси, содействие отримали больше за 150 громадян – Сирии, Кубы, Индии и Афганистана. Все лето у Гомеля планируют открыть социальную столовую выходного дня для детей беженцев из маломаемостных семей. И шла размова и про иншие приоритетные накерунки деятельности. Главное направление, которое сегодня будет выстраивать Красный Крест в преддверии столетия Красного Креста, это создание интегрированной системы помощи, прежде всего, лицам пожилого возраста на дому. Это наши приоритеты. И выполнять те поручения, которые ставит перед нами наше правительство, и в том числе глава государства, когда сформулировал всеобщь по первой помощи. И в условиях, и в том числе и демографической ситуации, когда мы говорим о постоянном населения, о ценности каждой жизни и обучить, дать навыки, дать те правильные инструменты, которые бы позволили сохранить эту жизнь, это очень важно. Во час посяжения лепшие супрацовники Червоного Крыжа отримали подяки от управления оховы здоровья и комитета по праце занятости и социальной обороне облвыканкама. А кроме того, гоноровыми грамотами и подяками означены громадские деячи, предприемства и организации, которые оказывают поддержку и спонсорскую допомогу Червоному Крыжу.